у вас доверие к органам городской, краевой, федеральной власти? 60%. Не совсем. Можно лучше работать. Участкового я вызываю. Я говорю, у меня дома скандал. Они приходят через 3-4 дня, то через неделю, а потом мне отписки делают. До этого не было административное нарушение, не зафиксировано, ничего не было. Кому доверять? Нет. Бездействие полное. Да вот закрыли они НПЗ, да, на ремонт. Вот, возвращаясь к этой самой больной теме, можно было сделать запас, можно было предупредить людей, каким-то образом наладить на эти вот очереди на Павла Морозова километровые были, что каким-то образом разгуливать это. Машины стоят брошенные, бензин кончается в этом. Никакого действия. Меня не устраивает вообще, в принципе, вся система. Нет. Если бы как бы жилось бы лучше, почему у нас такой коллапс сейчас с бензином? Люди на улицу выходят. Как бы это все работа именно наших городских властей, краевых властей. Да? Если бы мы вообще не доверяли бы, да, никому, то и как бы как орган власти, государство бы, это была бы не форма вообще. Конечно, хочется доверять, но в нынешней ситуации все так сомнительно становится. В основном, да. Ну, по их делам видно. Особенно вот в последнее время. Ну, его губернатор хорошо развернулся. Всем абсолютно, всем властям, всем ветрам власти. Потому что в стране стабильно, в плане политическом стабильно. Экономически там чуть другой вопрос. Дегтярев пусть работает, мне он нравится. Молодой парень, желает работать. Проблем много, но расшатывать ситуацию ни в коем случае нельзя. Мы уже пережили 90-е годы, не дай приведи Господь. Ну на кого вы поменяете? Кто лидер? Кто? Да, наверное, больше. К мэру, наверное, нет. Как-то поступков таких не было, которые бы доверие вызвали. Как-то обещает, а не делает. Нет, не доверяю. Но это показывает практика, они ничего не делают для людей. Федеральная власть в лице нашего правительства и президента? Правительство, президента, абсолютно думаю, никакого, суды. Ни малейшего, 20 лет. Суды – это вообще отдельный разговор. Это просто все, ну, даже знаю на своем личном примере, это все делается там позвоночное право. Власть федеральная показала себя за 20 лет, как можно, о чем можно говорить. Доверяю. Власть всегда будет говорить частично правду, частично врать, обещать, как бы, ну, это всегда так. Очень незначительное. Понимаете, доверие будет тогда, когда мы с вами, жители, да, города, края, будем реально ощущать какие-то положительные результаты в изменении нашей жизни. После всех этих протестов, высказываний, волей-неволей задумаешься, а стоит ли им доверять. Ложь с Конституцией, ложь с пенсиями. Ну как можно доверять?